тюрьму. Ой, блин! Пошли, Джен! Thank you.
Ce finală. Tenerii de dezvoltare, rezervați și jucătorilor până la 14 ani, cu victoria echipei selecționate regionale Nord. Браво! Браво, бей, мой буфер! А, еще характер бей, зал! Луптатор, браво, бей, бей! Браво, бей, браво! Еще характер бей! Турнир развития, с целью которого является выявление наиболее талантливых и перспективных футболистов в этой стране. Турнир проводится уже 6 лет, и он имеет свои плоды. На основании этого турнира выбирается национальная сборная. Они впервые стали чемпионами, они большие молодцы сегодня. Они старались, ребята, которые приехали с Едниц, с Окницы, с Дроки, Флорешт. Ребята сегодня были на поле, играли с сильными футболистами, очень старались и проявили себя, свои качества с лучшей стороны. Мы очень надеемся, что они попадут в элитные клубы и попадут в национальную сборную, и это будет нашим будущим, нашего молдавского футбола. Цель нашего не просто попадания в сборную, чтобы дать будущее этим ребятам. Многие из них попали в Зембру, попали в Шриф, также попали в Академию Рады Ребежа. Они потом выступают за хорошие команды. Поспуни камеч, а фосту меч фарте компликат, деуарече, но и не стринджим до 3 зиле пе саптамана. Академия футбол Рады Ребежа се стрингам фикар саптаман, посваку антренменте фикар зи. Ла ной жукатори сунди диферити раньше, но авим посибилитати се не стринджим преодес. Да, поспуни камеч, а фост фарте плакут, даторите ла чест турнир, ной дем преунат. Am cunoscut băieți din alte raioane și am înțeles că dacă crezi în tine, poți să faci orice. Eu pot spune că turnee sunt foarte importante, deoarece să luăm centru, nordul, estul, sunt băieți din diferite raioane și așa turnee ajută să se cunoască, să facă echipa mai unită. Emoțiile sunt foarte mari și vreau să-i mulțumesc la antrenorii noștri, ne-au dus până în acest moment. Am crezut până la urmă ca să luăm cupa asta. Pentru noi asta e un nou nivel. Noi asupra noastră lucrăm pentru că să ajungem undeva. Acest turneu poate să ne ridici, să trecem pe carieră, să ne transferăm în alte cluburi. Лучший турнир за все время, я считаю. Очень эмоциональный. И такого финала, думаю, никто не ожидал. Точно, это 100%. Верили в победу? Конечно, с первого матча, с первых минут. Мы очень верили, мы были очень настроены на эту победу, честно.